Доброго дня, Олеже Федоровичу. Місто занепокоєно. Всі вже знають новину про відключення, про загрозу відключення від ТЕК. Прокоментуйте, будь ласка, нам ситуацію. Чому це сталося? Ну, прежде всего, я буду, наверное, на русском языке, чтобы не ломать его. Прежде всего, по ДТЭКу у нас вопрос давний и сложный. Мы инициировали еще тарифы в прошлом году именно для того, чтобы у нас тарифы покрывали в том числе и электроэнергию на внутридомовое освещение лестничных клеток и лифтов. Но, к сожалению, тарифы приняты у нас не были. Они будут в действие вводиться только с 1 сентября этого года. Но в то же время мы обращались к местным властям по вопросу компенсации разницы в тарифах именно на электроэнергию. 21.01 мы обращались к исполняющему обязанности на тот момент городского главы Милюшку Анатолию Николаевичу с этим вопросом и просили в связи с уже на тот момент имеющейся задолженностью 1 693 700 000, ну и кроме того, мы получаем ежемесячно счета на оплату пени, инфляции, тоже 587 600 000. В действующем тарифе данных денег не намечено. Вот буквально зачитываю, по какому вопросу мы обращались. На представе выше наведено, прошу вас передбачити в місцевому бюджеті кошти на покриття даної заборгованості для наступної оплати на адресу енергопостачальної організації. У нас 21 числа ми писали Анатолію Николаевичу, 28 января писали Анатолію Николаевичу. Потім вже пішли, ми писали вже на городського голову, ну, я так розумію, що розсматривав ці питання також профільний зал. А як Анатолій Миколайович це вирішував? Був тоді борг більше 1,5 мільйона гривень. Зараз яка сума? Зараз 3 655 551 гривня. На сесію до депутатів дане питання не виносилось. Тобто, не виносилось. Що це було? Я так розумію, що вважалося, що це мелка проблема, і її просто ігнорували. Олеже Федоровичу, а хто буде і як компенсувати суму боргу, яка була від більше ніж 1,5 мільйона, коли ви зверталися до Милюшка, і яка стала вже в 3,5, більше ніж 3,5 мільйона? Хто на себе візьме цей тягар? Ну, на себе всю цю тяжесть бере місцевий бюджет, але я вважаю, що тут, ну, явно недоработка, по меншій мірі, должностних лиц, які в тот момент этим вопросом обязаны были заниматься. Ну так, ця должностная особа уже ж знята. Ну, вона-то знята, но благодаря її діянням борг-то. Тобто, а сам Анатолій Миколаївич ніякої відповідальності вже не понесе? Не знаю, я ж не прокурор. Зрозуміло, але документи ви будете подавати, да? Документи всі є. Тобто, винуватці ви будете притягувати? Ми зі своєї сторони постоянно ведемо переписку с местной властью, так как мы через голову местной власти также не можем прыгать. Мы доводим до сведения, а уже принятие решения за городским советом, за городской властью. А ще цікаво, а як ставиться до цього всього облдержадміністрація? Знайома вона з нашою ситуацією? Ось може вона допомогти? Вони знайомі, вони вмішались в цю ситуацію. Я думаю, що определенні подвижки пішли іменно благодаря тому, що городський голова вмешался, попросил областную администрацию также вмешаться. И поэтому в ДТЭК вот это пошло. Может, тому и відтягнули цей термин? Цей, думаю, да. Тобто область знає? Область знає, это самое. А грошима не може область допомагати, бюджет, ні? Нет. Вопрос в том, что даже законодательно разницу в тарифах обязан предусмотреть тот орган, который предусматривает тарифы. То есть, если утверждает у нас местные органы власти, то они обязаны предусмотреть разницу тарифов до экономической обоснованного уровня. А як буде тепер цей проблемою? Дивіться, жовтоводці запитують, чому відключили саме поки, ну, невеличкі вулиці, маленькі дома.
А переживають мешканці нових районів, тому що якщо відключити нові райони, ще більше постраждають. Не можна казати, там більше, там менше, кругом живуть люди. Але чому саме така ситуація? Маленькі вулиці, маленькі дома відключили. Ну, я вже і в інтернеті читав, що ми там вже зговорилися з ДТЕКом об відключенні іменно старих районів міста. Я хочу сказати, що в цих старих районах міста і в відключаємих домах був мой дом, и был дом моего главного бухгалтера. То есть это правда? Это давление будет, да? На нас, да. На керівництво? Да. Хотя мы все понимаем, каждый из нас, из жителей города, имеет договор с ДТЭКом на поставку ему электроэнергии. Говорить о том, что мы не допускаем к отключению подъездов, это, скажем так, неправильно, так как до этого я зачитывал два обращения и два графика отключений, который был в июле график отключения подъездов, и в августе мы не препятствовали этому и производились отключения подъездов. Ну, яркий пример, у нас сейчас не работает на перекрестке Петровского Багуна светофор, так как он был запитан также от внутриподъездного электроснабжение. А чому зараз перейшли на будинки? Наскільки це законно? Мешканці платять за світло в будинки. Тут їм ДТЕК вимикає це світло. Я ще раз говорю. ДТЕК имел бы право это сделать в том случае, если бы мы не допускали к, скажем так, отключению подъездов. А ви допускаєте? Ми допустили, і вони це роблять, і робили. А що ви можете зробити юридично, щоб якось упередити такий випадок? Юридично не ми заключали договор на поставку електроенергії по квартирі. Нам люди за квартири не платять. Платять вони напряму в ДТЕК. Тобто це проблема мешканця квартири, яку відключили будинку? Якщо відключать, да, то це будуть жителі мають право подавати в прокуратуру, в суд, это их право, и они, я думаю, ним воспользуются. Дальше, по нынешним отключениям. Буквально вчера был разговор с руководством ДТЭКа. Они в очередной раз, скажем так, пообещали, что не будет отключений до 26 числа. 26 числа у нас сессия. На сессию, мы уже говорили с городским головой, будет вынесен вопрос о том, чтобы данные средства, то есть 3 миллиона 655 тысяч 551 гривен, изыскать в городском бюджете и покрыть эту разницу. А насколько это возможно? Ну, скажем так, это очень сложно. Потому что когда люди очень рьяно отстаивали о том, чтобы не повышались тарифы, они не думали о том, что, возможно, придется из бюджета изыскивать эти деньги. А это деньги и на медицину, и на освиту, это на все по жизни нашего города. То есть эти кошти звідкилясь взимутся? Да, чтобы да. погасить эти деньги. А який настрой депутатів? У нас в міській раді такий різнобій пішов в голосах. Не знаю, какой-то самый... Чи є гарантії, що? Та гарантії нет, но тогда, если не будет принято решение и ДТЕК будет отключать, то жители города будут видеть своих героев. А 14-го, як переживали завтра, тобто, да? Нам пообещали, что не будет отключения, да. Кроме того, хотел бы сказать по электроэнергии. У нас по утвержденному тарифу, я взял 2015 год, по тарифу мы должны были заплатить за 2 миллиона 77 121 киловатт 505 986 гривен. Это по цене 24 копейки. Тариф, та цена, которая утверждена у нас в тарифе за киловатт-час. Та, которую люди нам платят. Мы, в свою очередь, во-первых, пресс выставила нам немножко больше счета, но они, скажем так, зависят от снятия показаний у людей. И потом же высчитывается, что у нас уходит на внутрибудинковый мережи. Они выставили нам 222 миллиона 256 тысяч 303 киловатта.
на сумму 1 180 417. То есть выставлено у нас 1 180 000 по тарифу 505 000 должны, то, что мы транзитом получаем от людей и платим ДТЭКу. Мы же заплатили, если там убрать платеж января, который платился за декабрь, это 174 000, мы платили, и в том числе под зачетным схемам, 899 736. То есть 505 у нас в тарифе, 899 оплачено, в том числе зачетными схемами. Сказать, что БЗЭО ничего не делало для того, чтобы упредить ситуацию, мы ждали новых тарифов для того, чтобы полностью компенсировать деньги, которые нам выставляет ДТЭК. Естественно, у нас таких денег нет. Но сказать, что мы ничего не делали, ну это кощунство, как минимум. Так, а дивіться, 26-го буде сесія, приблизно, да. Да? І 26-го витікає строк вашої домовленості з ТЕКом. Ну, тобто, якщо депутати не приймуть рішення і не виділяться кошти, то як розвиватиметься далі ситуація? Ну, ситуація буде розвиватися так. ДТЕК требує вже графік погашення задовженості. Для того, щоб мати графік погашення задовженості, я должен розуміти, коли я получу цю різницю в тарифах. Которая, ну, разница в тарифах у нас намного больше, ну, хотя бы разницу вот эту по электроэнергии. Когда я смогу получить, тогда я могу дать гарантийное письмо ДТЭКу, что будет погашено тогда-то, тогда-то при поступлении бюджетных средств. Если же будет принято решение о том, что денег не будет, компенсации это не будет, ну тогда уже ДТЭК будет принимать, наверное, и дальше такие же действия. Может статься, что может отключить, ну, и да, все место, может, да, так, да, так, в принципе, по их логике, так они и собираются сделать. А был приклад в других местах, чтобы так робили? В других местах, в других городах было в том случае, если это кооператив, ОСББ, то есть люди напрямую сдают в управляющую компанию, а потом они уже рассчитываются с ДТЭКом за электроэнергию. Такого, как у нас, что люди, у людей прямые договора, еще не было. Я интересовался этим вопросом, да и нам также Облэнерго присылала письма о том, что там кооперативный дом, спилка кооперативная, в общем, по обслуживанию дома, отключена. Но это, еще раз говорю, тогда, когда люди не напрямую заключают договор с ДТЭКом. С ДТЭКом заключала этот кооператив, и уже у него тогда отключают полностью всех, потому что кооператив не рассчитался. Здесь же у нас свои хозяйственные отношения, которые должны и могут решаться в суде. Мы в письмах на исполком также писали, что возможно блокирование наших счетов. И тогда предприятие, коммунальное предприятие, не сможет выполнять также свои функциональные обязанности. То есть переписка у нас ведется уже очень давно. А решений, я еще говорю, с января месяца никаких не было. И сумма только нарастала, нарастала, нарастала. Не было решения волевого ни по принятию тарифов. Как вы знаете, Антон Николаевич даже голосовал против их принятия. Ну, доголосовались. Хотя решение сейчас принято, и они будут вступать в действие со следующего месяца. С 1 вересня. Да. Если они будут отменены, то опять же будет нарастать этот ком. И будет, а есть тенденция до отмены уже депутатов? Ну, уже дважды пытались депутаты протянуть это решение. Ну, только тот, кто вообще не разбирается в экономике, может на это идти. Или же, если депутаты знают, откуда снять деньги, ну, допустим, со школ, там, с медучреждений, у них много там денег. Ну, тогда другой вопрос. Для БЗЭО, в принципе, все равно. Я и когда начиналась работа по тарифам, это в своем интервью озвучивал, что нам, даже если будет 50 копеек с квадратного метра, это все равно. Лишь бы нашли нам компенсаторы до экономически обоснованных тарифов. Но, я еще раз говорю, наш бюджет дотационный, у них компенсаторов этих нет. Поэтому надо, прежде чем что-то делать, надо подумать головой.
А суму від вас ДТЕК не вимагає одразу всі 3,5 мільйони? Можлива розстрочка, можливо, возможна по мільйону? Можливо, розстрочка, да. В принципі, треба просто, щоб ви щось платили. Да, надо, щоб погашалася ця сума, надо, щоб був договор реструктуризації. Но для этого я должен понимать также, что депутаты примут решение, что погасить там до конца года столько-то, на следующий год заложить столько-то, и тогда с ДТЭКом будем разговаривать. То есть справу реально тогда, нужно да, вырешить. Тогда это будет диалог. А пока месть, ну... Мы... Місто ніяк не може вплинути на рішення ДТЕКу, да, ми можемо тільки попросити. Ну, щоб... пока місць так. І погарантувати, що ми оплатимо. Да? Пока місць так. Да, они, скажем так, я не вижу здесь законности действия в их отключении квартир, но они к этому уже пришли. Поэтому как будет развиваться дальше событие, ну, да, не от меня. Ну да, если отключили один раз, то может отключить да. и еще да. много раз. Але до 26-го можно зазначить еще раз, что... Може, жовтовоці жити спокійно, да, а пообіщали. Потім уже як вирішить депутати. А потім як вже депутатський корпус як рішить, так воно і буде виглядати. Добре, дякую вам за інформацію. Згодом ще поспілкуємось, коли будуть нові новини по цій темі, щоб познайомити місто, угу. ситуацію, яка складається.